Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала. Видео называется «Разведение фиалок». Видео предназначено для любителей фиалок. Значит, как я развожу фиалки? Фиалок у меня много и уже некуда их ставить. Вот, значит, я приловчилась пользоваться вот такими контейнерами. Вот. Раньше я как-то вот в такие стаканчики все время сразу садила. Вот. А теперь вот несколько раз уже в контейнеры, так как для экономии пространства. Некуда мне уже их размещать, но все равно не могу остановиться. Ну, значит, конкретно. Это самое. Что, как посадить листочек? Значит, на дно нужно дренаж. Насыпать. Дренаж у меня мелкий, вот такой вот. На дно мы насыпаем тонкий слой дренажа, сверху мы сыпем грунт. Значит, я пользуюсь специальный грунт для фиалок, вот такой вот, самый лучший грунт Квитка, очень мне нравится. Но у меня вот этот грунт был, и не хватило мне немножко. Остался у меня субстрат универсальный. Я смешала их, и вот сажу листочки. Листочки у меня пророщенные. Значит, вот листочек, который пустил корешок. Все, корешок пустил, можно его садить. Можно, ну, у меня там были листочки чуть побольше, корешки. Вот. Другие у меня листочки еще не проклюнулись. Вот они. Стоят тут маленькие еще тут. Будем садить, опа, в другой контейнер. Значит, этот уже у меня скоро проклюнется листочек. Ну, а эти еще у меня тоже стоят здесь, ну, как бы, такие корешки пусть еще постоят. Значит, на дно мы положили дренаж, потом грунтом засыпали и делаем вот такие вот углубления. Вот я делаю углубление, немножко его смачиваем водичкой. Здесь я уже налила водичкой немножко, без фанатизма, много не надо. И в это углубление мы кладем листочек и присыпаем аккуратно земелькой. Ну, мне вот, вот так и углубляем немножечко. Все. Мы посадили, значит, и дня 2-3 мы не поливаем. Не поливаем. Потом мы уже смотрим, что грунт сухой, и я поливаю в поддон, в воду наливаю, и туда ставлю эту емкость. Вот, ну, там где-то на, смотрю, влажный верхний слой начал, это сама влага появилась сверху, все, я убираю. И также поливаю по мере необходимости. Верхний слой подсыхает. Или так вот пальчиком попробовали. Все. Сухой грунт. Значит, пришло время поливать. Все индивидуально. У кого, смотря какая влажность воздуха в квартире. Вот. Ну и так вот у меня все фиалочки выращенные из листочка. Все. Удобряю специальными удобрениями для фиалок, ну, там, раз в неделю. Вот сейчас я вам покажу, конечно. Все возможные у меня там есть. И универсальные, и специальные вот удобрения. Вот, к примеру, удобрение универсальное. Или покупаю комплексные удобрения для фиалок специальные. Тоже меняю. Все, вода, но вода должна быть всегда отстоянная. Холодной водой тоже желательно, сильно холодной не пользоваться. Я пользуюсь отстоянной водой комнатной температуры. Все, мои дорогие, всем удачного разведения фиалок, чтобы они у вас принимались, пускали деток. Разводите, радуйтесь пышному цветению. Вот как у меня, к примеру, на подоконнике. Мои дети меня радуют. Мой цветущий подоконник. Продолжение следует. Вот он.
Вот он, вам обзорно. Вот это все дети у меня с листочков. Все. Я... Единицы с детки купленные. Вот это вот с детки купленная одна. И вот это вот. И еще там королева Джаневра, как я говорила в предыдущих, она у меня с детки. Все, а остальные все с листочков. Даже интересно, вот люди понадают цветочков и не знают, что с него вырастет. Потом сюрприз. Ну все, мои дорогие. Желаю вам, чтобы вам ваши фиалочки вас радовали только, не болели. Всем всего хорошего. Все, пока-пока.